Начали. Пошли! Приеду, внимания много там, знаешь. Да, поаккуратнее складывай. Ему еще куда? Жить и дожить. Мама! Есть! Начали! Платья не видно. Все, здание, вот так вот. На улице? Ага. Нет, куда? На ту сторону. То есть мы чуть-чуть идем прямо, потом... Вот траку можно пройти. Смотри, на самом деле вы можете переступать рельсы назад, чтобы проехать. Ну это понятно. Хорошо, хорошо. Контакте сок, пароль меняй. Сейчас я неплохо выгляжу. Рабочий момент. Я стесняюсь. Да, компьютер лежит, как тащи. Надо педалом подключить компьютер. А солнце в объективе получается. Заработали. Пошли. В этот момент. Стали за веревочку. Пап! Дождь! Мотор! Привет! Пиф! Пап! Поближе. Это как-то не очень естественно. Да, да, вот. Банковата кого-то? Все. Давай. Да, нет, порежься. Да? Точка. Ну, я не знаю. Так, да? Кто нам из нее еще стрелять? Высоко, мне кажется. Вот так естественно, вот так достаточно естественно. Но у меня так рука вламывается. Я предлагаю вот так. Так естественно бегу, знаешь, так. Вот всю жизнь так бегала. Не, не в камеру! Нет! Куда? Вот, нормально. Вот
вас зажигалочка не найдется? Далеко. Пирогас. Арсен, не хочешь прикурить? Сделай глубокий вдох. Что останется после дня с собою заберет. Звонки, встречи, стресс, смс, пьесы. Бывает чувство вместе, становится тесно. А зато мы кино снимаем. Да, нам эти кризисы вообще. Правда, Аня? Ты кино снимаешь? Федя. Я не снимаю кино, я деньги считаю. Когда мы еще сюда приезжали, вот если бы такая погода была, мы бы вообще не знаю. Шум защита. Я так понимаю, что с слабового типа. Дай мне тоже, ребят. Ты зазеваешься, этот, смотри. Что там такое? Что это? Да. Мужчина, я вас боюсь. Потому что короткий провод. Аня, смотри, у нас будет крупно, поэтому пистолет не лезет. А, можно убрать. Ты, может, хотя бы скажешь, что здесь вообще происходит, куда я вообще зашел? Кто эти люди? Мы собираемся здесь? Париться, у нас приемы. У нас банные процедуры. Банные процедуры, да, съемка. Банный день в одном флаконе. Сейчас будем снимать крупные планы. Потом будем снимать автогрипп. А потом все это будем монтировать, у нас будет крутейший клип.